Как вы здесь живете? Страх. Недоверие. Кацался, господи. Презрение. Знаете, вот на нет и суда нет. Вот эти две. Отличный выбор. Да проще было бы подождать девочку, когда она пойдет в школу. Под белые рученьки. Сап-сарап. Шито-крыто. И никто бы не пискнул. А тут аттракцион. Призрак. Чертовщина, мистика. Работает. Давай. Семья. Семья – это святое. Это кто? Да хрен его знает. Не по-нашему трындит. Ай. Чего тебе надо? Я не могу работать в такой обстановке! Простите. Ну, встретил ее на банкете. Красивая. На ангела похожая. Туда-сюда. Поженились. А у тетки этой родич, племянница, брат, сестра. А если 294, значит, бунтовали. И действовал согласно инструкции НКВД. Ну давай, пиши. Никита и правда непростой мальчик. Мама Никиты очень тяжело переживала развод. Но, поверьте мне, Никита тонкая натура и... А для убийства нужно хладнокровие. Вы же понимаете. Вы не думайте, мы совсем не отказываемся от этой идеи. Вы предоставили прекрасный бизнес-план. Копейки.